Ой, прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хьюарт, и это у нас игра называется Мамадора Мунлит Фаривел. Что-то такое на сказочном языке, я в детстве в школу сказочности, к сожалению, не ходил, поэтому не могу знать. Не хотел играть в эту игру, почему? Потому что видел ее у Вейта, видел то, что это полноценная, прям, знаете, такая чистокровная метроидвания. Я, к сожалению, фанат чистокровных Dark Souls'ов, но тем не менее, меня попросили, надо попробовать. Да, давайте, начнем, новый файл. Должно быть сказочно. Сложность игры легкая. Я что, казуал, что ли? Подожди, как? Подожди, не-не-не, подожди. А как менять? Гибкая сложность. Я пытаюсь легкую поменять, но не могу. Я могу только лево-право. Ладно, давай гибкую сложность включим. Вдруг она мне будет усложнять. А, все, вот обычная. Я дурачок, простите. Ну, не осуждайте. Я разобрался, в чем проблема. Я думал, там под меню вылезет, а под меню не вылазило. Надо нажать или игра зависла? Не, игра работает. Звон черного колокола. Тридцать раз прозвучал он под озаренным луной небом. 13, простите. 13 раз призвал он смерть и тьму. Скипнуть нельзя. Да не оставят нас боги и смиловестятся над нами. Мы с игрой явно не подружимся. Такое томное начало, мама родная. Я что, в черный экран пришел поиграть? Да неужели? И это место кишит демонами. И я должна поспешить и найти звонаря. О, слушай, очень большая инерция у персонажа. Есть атаки, перекат. Перекат на ноль. Мое почтение. Это хилка. Это карта. Момо. Хорошо, меня зовут Момо. Ну, классическая. Классическая метроидванческая штука. О, что это за хрен? Эти штуки надо собирать? Непонятно. Ну, разберемся, думаю. Очень опасный шип. Но я в детстве в школу шипов ходил, поэтому я знаю, как с ними обращаться. Это батут? Понятно. Наверное, его убить надо? Или эту штуку убить? А, почему? Странно, ладно. Саунд приятный, весьма приятный. Но наверх мы никак не пропрыгнем, придется вниз, наверное, идти. Прикат сквозь вороскоп. А, вон мне выносливость есть, нифига себе. Я вроде вернулся, надо с ним подраться. Понял, противники никаким образом не стагерятся, надо это учесть. Ну, это такие детские ловушки. Очки магии восстановлены, это великолепно. Я что, выстрелить из лука? Чего? Вверх плюс атака? Ни хрена себе. Это очень необычно. Это очень необычно. Такого сочетания я нигде не припомню. Слушайте, прям по миллиарду аспектов игра не возбуждает. Вот прям серьезно. Но кому-то, может быть, зайдет, потому что игра как-то выглядит очень хорошо и, что куда более важно, очень-очень здорово проработана. Вы это видите, как экран покадрово вверх движется и вниз? Это просто шо? Это что такое? Ладно. Упс, ну главный урон не получили. Ящик святилища есть немного лунных кристаллов, мне стоит их взять. И этого хватит для добротного подношения. Подношение это жертвуйте лунные кристаллы, сейчас хорошо, понял. Подношение, конечно, давай, 50 лун, я не знаю, есть ли оно у меня, но раз она сказала про подношение, надо сделать. Так, здоровые маги будут постепенно восстанавливаться. Хорошо, а какое время? Мне, пожалуйста, конкретики хотелось бы. Слушай, вот и Мамадор, и таз очень большой, по-моему. Черная горгулья, ну давай сюда, снимай трусы. Горгулья, побеждать тебя пришел. Что ты можешь, сутулая собака? Опа, нормально, кричит, рычит, но мы тебя победим.
Очень слабый противник. Я такого в детстве даже побеждал одним глазом. У тебя вообще не босс, не враг. Управление весьма приятным стало. Очень хорошо меня чувствуется, слушается прям. Нормально так. Ой, что такое? Очевидно, добивать было. Либо что-то нажать. Изучить можно. Самое время изучать. Габуля вообще не в ту сторону дерется. Ворот, дядя. Еще какая-то какашка выпала. Но с этим... Ну, что делать? Очки магии, понял? Не переживаем. Мы почти победили, Владос. Дожать. Дожать суваку сутулую. Чего дело сделано? И чё? Куда? Наверное, первая фаза была только. Я не против. Подерусь с тобой еще. Блин, игра про черные экраны. Вот в Starfield шутили то, что очень много загрузок. Мне кажется, вот эта игра может запросто посоперничать со Starfield. Муму. Прошу, очнись. Цереза, я у себя дома. Муму, говорит, мы так за тебя волновались. Дора нашла тебя без сознания. Отдыхай. Когда тебе станет получше, загляни к матриарху, она ждет тебя. Отдохнуть мы отдохнули. Ля, у нас тупо семья сексапильных дамочек. Ага, хорошо, то же самое, говорит. Пройти, куда пройти? А, это выход, наверное. Бодрость у меня есть, бонус бодрости. Значение не надо, уйти. Я нечаянно нажал, уйти хочу. Да что ж такое? Где матриарх? Наверное, налево матриарх. Смотри, там вопросик. Давайте посмотрим, что у нас там на вопросике. Ой, вы маленький котенок. Можно погладить Коську? Да, можно. Сюда, маленький кицун. Кицунов люблю. А того можно погладить? Я бы погладил. Меня хлебом... Прыжок надо чуть раньше было. Да что ж такое? Невозможно. График Борки на неделю, понятно. Мама говорит, это пятнистая ягода наконец созрела, съешь ее. Спасибо тебе за доброту. Я знаю, это мелочь, но это повысит твою жизненную силу. Будь у нас больше таких ягод, ты бы еще быстрее пошла на поправку. Не волнуйся, говорит, об этом, это более чем достаточно. Так ты не матриарх, что ли? А вот ягода. Ля, у него пачка большая, нормально такое. Да, это какая-то лавка, очевидно. Это изучаем. Получили спутника дух Грималкина. Ё-моё! Теперь можете призвать существо. Хорошо, хотя спутники... Да ну камон, кто-то будет читать. Только не я. А и сюда можно. Ёлки-палки. Где котики живут? Ну, подпольного котика я хочу погладить. Ни один котик не останется непоглаженным. А, сюда тоже можно. Сказал, что матриарх ждет меня. Нужно встретиться с ней перед уходом. А где она находится? Ну, это, скорее всего, патриарх. Вряд ли это матриарх. Не знаю, пойду дальше. Здесь у нас тоже ничего нету, так что... Очевидно, надо было в правую сторону идти. Но кто же знал? Слушай, задник прям красивый. Вот эти листочки летят, живости картинки придают. И музыка такая умиротворяющая. Вот визуал хороший, нравится, нравится. Чем-то To The Moon напоминает. Не удивлюсь, если какой-нибудь разработчик один и тот же вообще. Не могу, хотел котика погладить. Просто абсолютно без понятия, где матриарх живет. Ну, вряд ли она матриарх. Привет, сестренка, что там происходит в внешнем мире? Я была немного занята и не следила за новостями. Какие-то неприятности, да? Мы пока мало что знаем, но феи рассказали нам, что один из их колоколов был украден. После того, как прозвучал тот звон, здесь в округе стало появляться много демонов. Может быть, их привлекает этот колокол, мы пытаемся это выяснить. Ясно, звучит как твоя привычная работа, сестра. Нано, если честно, у меня чувство, что на этот раз все по-другому. Возможно, все не так, как с прошлым появлением демонов. Жаль, я мало чем могу тебе помочь. Мы позаботимся об этом, сестра. К тому же у тебя есть более насущные проблемы. Понимаю. А где ваш матриарх-то живет? Лео. Тоже вот, дали 3 секунды геймплея. На тебе 30 часов разговоров. Уважаю такое, конечно же, ага. Ля, какая сосная, мама родная. Как тебя зовут? Мама, ты в порядке? Сережа сказала, что тебя нашли раненый глубоко внизу. Ну, все нормально, спасибо за беспокойство. Не забывай отдыхать, если устала. Хорошо. Это бесконечное дерево. Что это, что это? Что-то было посеяно в эту почву. Лунные кристаллы могут ускорить процесс. Штук 20 достаточно. У меня есть
Мне не хватает. Да что ж такое? Ничего мне не хватает. Упс. А, она не сильно водоплавающая, хотя нормально. Это матриарх, серьезно? Почему она как аскет какая-то живет? Высшая жрица мама Рейнал. Святейший матриарх, мне рассказали о твоем путешествии. Простите, святейший матриарх, я была неосторожен и недооценила ситуацию, и не смогла найти то, о чем вы просили. Возможно, угроза гораздо серьезнее, чем мы ожидали. Феи предупредили нас, что их черный колокол исчез. Мы полагаем, что звон этого колокола призывал демонов, если они доберутся до нас и нашего священного дерева Лун. В нашей деревне конец, со смерти священного древа остальные формы жизни тоже погибнут. Все это было предсказано старыми оракулами. Наш долг предотвратить исполнение этого пророчества. Звон черного колокола не должен прозвучать вновь, и тот, кто призвал этих демонов, должен понести наказание. Прошу, вернись к этой задаче как можно скорее. Да, святейший матриарх, недавние события стали для нас уроком. Если мы не станем на защиту древа, гибель ждет не только нашу деревню, но и все земли этого мира. Наши люди пока останутся здесь, в деревне, в безопасности. Мы должны ее защитить. А тебе предстоит вновь отправиться на поиски того, кто звонил в черный колокол. Да пребудет с тобой удача, дитя мое. Святейший матриарх, я сделаю все возможное, чтобы защитить нашу деревню. Я знаю, на тебя всегда можно было положиться. Так, а как-то варп... Можно осуществить варп-прыжок куда-нибудь? Очевидно, нет. Теперь в другую сторону топать. Е-мое, Семен Семенович, как же это долго? Может, я могу варпаться? А нет? Хи... Не могу кнопку. Нет, придется бежать, как дуралей. Ладно. Кто я такой? Люблю бегать, знаете. Я ж для этого играю в игру. Ладно, все, молчи, молчи. Второе мое недовольное, вечно торопящееся альтер-эго. Котик, я же сказал, все будут поглажены, торопятся. Мы сегодня с вами не торопимся, мы просто балдеем. Плюс сердечки, так сказать. Ух, какая барышня. Ё-моё, мясистая. А чё, нельзя? А чё? А как? Нет возможности. А, вниз надо, ёлки-палки. Старое святилище, ну я знал. А сюда можно выпрыгнуть, наверное? Да, все, я просто решил проверить. Хорошо. Тут у нас что? Тут у нас рычаг за стенкой. Стенку пробить an impossibility. Понимаю, значит налево. Слушай, а стильная игра выглядит. Без шуток. Небесные лилии, и что происходит? Согревает вас по силе атаки. А, так это я, по всей видимости, ничего не могу сделать. Вверх не могу, вниз не могу. Я думал нам сюда, но, видимо, нет. Ладно. Можно вниз. Двинемся дальше куда-нибудь. Маленький котик. Тебя я тоже поглажу. Сюда нет секрета? Нет, я надеялся, но нет. К сожалению, нет. Так, сюда давай дальше. Самине потратилось. Все как обещали, все как обещали. Ну вот, надеюсь, в этот портал. Момо, уже покидаешь нас. Я должна. Мне нужно выполнить свой долг. Матриарх выбрал меня твоей помощницей. Наверное, потому что Дора нет рядом. Но я не хочу ни с кем сражаться. Я даже не знаю, как это делается. Я буду только мешать тебе. Да и чем вообще могу помочь? Как насчет твоего умения превращать лунные кристаллы в символы? И это может пригодиться. Приноси мне фрагмент лунных кристаллов, которые оставляют после себя демоны. Я смогу превратить их в символы. Символы позволят тебе обрести новые способности, которые пригодятся в твоей миссии. У меня завалялся один. А вот, возьми. Стрела. Он будет увеличивать мощность твоих стрел при полной шкале выносливости. Думаю, это может пригодиться. Спасибо, Цереза. Не за что, я скоро тебя догоню. Нужно подготовить кое-какие припасы для путешествия. Береги себя, молодая. Спасибо. По ним, блядь, камон, что ты можешь почитать? Ой, придет, надо было читать. Ой, как тут лево-право-то вот так, символ. Стрела, ну она одна, нажму X и все, вот все. Это было несложно. Это не требовало мне читать. Меня читать не требовало. Меня никто ничего не требует, если честно. Ага, это ломабельное. Хорошо. Такое я одобряю. Да что, подожди. А, вот рычаг. Вон оно как. Блин. Клевую игры стиль. Сколько? 14 минут играю, а уже влюблен. О, это облако очень опасное. Можно ли его убить? Мне кажется, нет. Ну-ка, зашло.
Просто пройду, наверное, да и все. А что, я с шестеренками буду просто сражаться? Может, какой-нибудь страшный, какой-нибудь там волк, тигр на меня нападет? Нет, такого не может быть. Эта игра слишком милая для всего этого. Достаточно сложный менюинг. Не менюинг, а этот паркуринг. Он что, пазлы должен еще пространственно решать? Ё-моё. Это такая ситуация щепетильная. На меня розовое облако нападает. Я должен тут толкать всякое. Они, я думал, мне помогут, а они не за меня. Не против меня. Не повезло, не повезло. Триггерну его на всякий случай, чтобы меня не пугал. Ей, открыть карту. Балдеж, что-то сделали. Так, ну здесь есть сейф-поинт, мы его активируем. Не, не надо, мне, наверное, нет. Я все еще не понимаю, где у меня количество кристаллов. Ну, вряд ли это что-то доброе, согласитесь. Когда последний раз такая штука была доброй? Какой саунд сексапильный, мать моя. Блин. Может, он был хорошим? Этого мы уже с вами не узнаем. Какая-то висючка. Да не могу вылезти. Игра очень хороша. Очень хороша, проработанная. С вниманием к деталям. Но я такое не люблю, к сожалению. Но выглядит супер сексапильно, вот серьезно. А, это тоже упадет, все, я понял. Стоило догадаться. Сколько могу хилок взять? Бесконечное множество. Дядя, не надо. Анимация рекаверинга очень долгая была. Все, думаю, что где-нибудь могу какой-нибудь секрет найти, но пока такого не было. Сила атаки снова увеличится. Угу. Да прикольная игра, слушайте. Ни хрена себе лук эффективен. Нам, наверное, обратно поднимется сейчас. Я вряд ли в это буду играть. Прям, ну, блин, мне Metroidvania не нравится. Она такая приятная. Прям вот, ну, серьезно, очень приятная. Давай еще ниже. С какому-нибудь гигбоссу попадем. Я бы не отказался с ним. Скрестить шпаги. Да что ж такое, никак не разберусь в менюинге. Очень сложно для меня. Ах ты, падла, дрянь, не человек. Не та кнопка, разумеется. Бессмертная, что ли? Ведь в них хп сюда тоже можно упасть. Что-то вижу там внизу. Ну давай, я люблю дыры. Да что ж такое? Синим то, что выбрать, понял. Дыра, я иду в тебя. Смотрели в самом последнем сезоне Рика и Морти серию про дыру? Ух, там балдежно. А, все, понял. Мана кончилась, понял. Ой-ой-ой, я знал, что бесплатный сыр только через посадку на бутылку. Но сыра-то хочется.
Я вроде задышал. На игре наплевать, понимаю. Не одобряю, но куда деваться. Так, живой кинжал добавляет дальнобойный удар. Слушай, нормально, мы тут сейчас развернемся. Профессионалами своего дела станем, так сказать. Еще совершенно непонятно, как тут воспользоваться системой телепортации и можно ли ей вообще воспользоваться. Направо тоже можно. Глянь, как говорится, поглянь. Чуть такое, интересно. Сдует меня, да? Невозможно. Они impossibility. Что-то сейчас свистит, непонятно. Че у меня какое-то голубое свечение? Что это значит? Выглядит как локация изначала, если честно. Может, конечно, я придумываю себя, но, по-моему, это реально оно. И интерфейс у меня плавает то туда, то сюда. Слушай. Прикольно. Что ж такое? Не могу поймать эту хреньку. Эй, не поймал, дуралей. У меня есть такое предположение, что я просто хожу кругами. Ну да. Легенда не врали. Хилок нет. Ага, он успел. Хитрый молодой пес. Я сделал что ли? Да елки-палки опять. Не знаю, где я их собрал. Говорит, что мне у нее спросить? Создать символ, давай посмотрим. Жду новый символ, давай, какой тебя интересует. Ничего не хочу, подожди. Пару символов. Ладно, просто пойдем. Босс опять будет. Я же твоего босса одолел, победил, превозмог. Просто локация дальше. Всей видимости. Какие-то жука-существа новые. Немножко шардиков приятненьких. Так, тут что-то опасное. Ништячок от меня хотели спрятать, но от Владислава не так просто что-то спрятать. Кто свистит? Это нехорошее, я не уверен. Что есть хорошее? Ходит наверх, надо топать. Ух ты, новая карта. Какой эмбиент, мать моя, какой эмбиент. Фантастический эмбиент. Очень-очень даже сексуальный эмбиент. А думаю, может еще я поиграю. Что это за красная штука? А, нихрена он дамажит. Ладно, ну на этом моменте мы тогда заканчиваем. Большущая всем благодарность, что были, что посмотрели видосик. Премного всем благодарю за просмотр. Всем всего хорошего. Счастья, здоровья, играйте в Росток, хорошие игры. А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Под каждым видосом есть ссылка. Там уже достаточное количество контента. Есть как подкасты лайв формат, так и весьма уникальные видосы, которых тут нет. Это как раньше спонсорство на ютубе, только теперь с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Также можно подписаться даже бесплатно, так что буду весьма признателен в случае поддержки. И огромная благодарность спонсорам. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.